Насадили снова червячка. Сегодня новое место, новое окошко. Так, сейчас я сюда закину. Вот он, красивич. Отличный карась, ребята. Супер, во, просто. Просто монстр. Так, продолжаем ловлю. Нагнало очень много мусора, вообще неудобно. Так, ну вот так вот, давайте-ка. Угу, все. Друзья, отличный карасевич, просто, просто сказочный. Смотрите какой, смотрите какое. Какая свинья. Это вообще просто какой-то кабан. Просто гигантский карасевич. О, какой. Вот это карась. Вот, друзья, у нас попался наконец-то крупный, отличнейший карась. Посмотрите, просто какой лапоть. Килограмм, наверное, точно есть. Просто красавец. Шикарный карась. Заглотил он, видно, за нижнюю губу взял. То есть как раз со дна, как на дне лежит у нас приманка, так он со дна ее и схватил. Отличный карась, просто пушка. Это что ж такое? Некоторые поклевки даже снять не удается, потому что просто вот поплавок не успевает приводниться, точнее, встать на заданную глубину, как уже следует поклевка. Так, все, сейчас мы его напустим в садок. Все.
Черви у меня тут на таком своеобразном плоту, чтобы не утонули. Так. Сейчас надо будет идти в ведро, пополнять запасы червей. Потому что в банке уже их маловато. Вот они. Три червячка достаточно будет. Так насаживаю, чтобы была такая, как осьминог. Очень много кончиков свисало, висело. Вот прям вот так вот. Во. Такой вот пучок. Так, ну что, друзья, давайте продолжим. Так вот. Все. На этой удочке немножко обгрызло у нас червя, надо добавить свежего. Что там? Крутится? Сейчас мы немножко прикормим. Вот такой вот прикорм. Это пшено, перловка и крупосечка. Так. Вот он, друзья, еще один красивич. Шикарный просто. Так. Черви от жары уже некоторые прямо на глазах погибают. Все-таки очень они чувствительны к высоким температурам. Так, все готово. Готово к новым уловам. Так, ну что, сейчас я залимоню. Что-то мне не нравится перекинуть.
Рыбы сегодня также ходят небольшими группами, то есть порядка 3-4 карасей поймаешь, пауза наступает, тишина. Пытаюсь я ее остановить, конечно, прикормом, но пока трудно сказать, влияет ли прикорм у нас на остановку карася в зоне ловли или так это, просто совпадение. Но раз уж прикорм мы взяли, мы кормим только такими небольшими порциями. В целом рыбалкой доволен уже, потому что за какой-то буквально час мы поймали около 5 отличных карасей. Посмотрим, что будет дальше. Вечер в самом разгаре. Отличный карасевич очередной. Примерно уже целый час нет ни одной поклевки. Рыбу как будто выключили просто-напросто. Только что она ловилась и резко перестала клевать. Не знаю, с чем это связано. Время еще есть, порядка 40 минут до заката. Но клева пока нету. Очень странно. Хотя рыба свое присутствие обозначает периодически в камыше. Я сейчас снова закормил, в надежде, что это активизирует клев. Посмотрим, что будет дальше. Ну вот, очередной карась. В этот раз мы его ждали дольше обычного. А?
дольше обычного в этот раз ждал его. Что-то до этого прямо один, второй попался. Ну, то есть так бодренько клевали. А сейчас что-то пришлось ждать. Так, сейчас мы червей насадим. Ну, еще, пожалуй, маленького одного синдарес. Все, готово. Все, друзья, снасти заброшены. Осталось теперь дождаться очередного карася, так как время уже на исходе. Закат, видно, что уже солнце садится. И ловить осталось совсем недолго. Вот наш заключительный на сегодня карасевич. Красавчик просто. Молок с него течет, прямо видно он. То есть карась. О, карась нерестовый. Уже идет нерест. Поплавок не сломал, а, зараза. Вот и подходит к концу наша сегодняшняя рыбалка. Рыбачили мы сегодня не весь световой день, приехали лишь около 4 на воду. Вот. Но и за это короткое время удалось поймать приличное количество хороших карасей. Прикорм, я не знаю, работает он или нет, до сих пор не могу это понять. Но определенно какая-то активность краткосрочная есть после того, как я прикармливаю. Многие рыбаки, которые сегодня рыбачили в этом месте, также довольствовались редкими поклевками. То есть наш улов сегодня, в принципе, очень даже достойный. Я думаю, что просто было правильно выбрано место с ровным пологим дном, такой прогал среди камыша, вот, где карась периодически, просто выбираясь из одной гущи в другую, проплывал мимо моих червей и, конечно же, кушал их. Раз мы, приехав после обеда, наловили карасей. Смотрите, какие сегодня отличные караси у нас попадались. Вот это вообще просто монстр карась. Вот. Просто шикарный карасище. И также тут есть достойные экземпляры. То есть караси такие все очень-очень здравые. Поймали мы порядка 8, что ли, карасей. Я не считал. Были исходы у нас. Все, вся рыба отличная, сами видите. Клевала периодами, то есть стая подходит, поклюет 1, 2, 3, потом хоп, тишина. Прикорм я бросал, не могу сказать точно, реагировала рыба на него или нет, но определенные подвижки были. Но караси просто четкие, караси просто огонь. Рыбалкой доволен, классная погода, классная рыба. Всем пока, увидимся на рыбалке.